тот день, 1967 года, на итальянской автостраде Солнца я умерла. Piano, per favore. Помедленнее, пожалуйста. Tranquilla, tra un'ora siamo arrivati. Спокойно, через час приедем. Ренато. Ренато. Che concerto è stato? Какой это был концерт? In questi mesi mi sembra di essere innamorata dell'Italia. За эти 6 просто влюбилась в Италию. Però adesso, che mancano сейчас, когда осталось 2 недели turné, перед турне, devo andare in я должна Colombia. Поехать в Польшу. Ренато. Ренато. Voglio vedere mamma, хочу mamma. Увидеть маму, бабушку. E tutti. И всех. E adesso. И теперь? Adesso posso comprare un теперь я смогу купить им квартиру. Ma non me lo so. Non darmi tutto niente. Farne soria. Ренато! Осторожно! Это что? Идем, да, разберемся вот они, с твоими документами. Товарищ, давай. Почему давай без разговоров. Пошли. Почему, не понимаю. Пошли. Ну, ты что? Не спрашивай ничего, все равно не скажут. Откуда ты знаешь? Берем дыни. Слушай, возьми дыню. Хорошая дыня. Возьми. Нет, спасибо, вы не подскажете, где главное управление? Да ты что, иди отсюда. Мужчина, а? Вы не подскажете, где главное управление? Знать ничего не знаю. Да вы что, все здесь с ума посходили, что ли? Ищешь чего? Господи, хлебушка. Хлебушка дашь? А денежку? А я скажу. Скажу, где управление. Положи на место. Я часто там бываю. Фамилия?
Пошел! Герман! Проводи. Идите за мной. Следующий. Товарищ майор, разрешите? Здравствуйте. Слушаю. Здравствуйте. Моего мужа, Евгения Германа, забрали в Ургенче. Я думаю, что это какая-то ошибка. Он бухгалтер на хлебокомбинате. Он не вредитель, он не шпион. Вы немка? Нет. Ирма не совсем русское имя. Отвечайте, какая национальность? Саша, сходи, что ли, чайку попей. Слушаюсь. Звонили уже о тебе. Справлялись. Из Ургенча. Родственники в Союзе есть? Русские, украинцы? Может быть, иностранцы? Кто угодно, только не немцы. Да вы понимаете, что я должен вас всех арестовать? Вас с матерью в лагерь, а детей в приют. За что? Как врагов народа и предателей Родины. Вы от чего бежали из Ургенча? Сейчас быть немцем уже приговор. А вдруг война? Я настоятельно рекомендую вам найти родственников другой национальности. Я могу видеть Ойгена. Глупая вы женщина. Вы хоть понимаете, что значит 10 лет без права переписки? Бегите. Бегите, пока не начали забирать семьями. Детей спасайте. Спасибо. А почему вы... У вас хорошая девочка. Идите. Спрятался. Почти нашла. И скоро мы к нему поедем. Пойдем. Вы последний? Нет здесь последних. Крайний я. Теперь я тоже. Следующий. Кому? Ойгену, Евгению Герману.
Какие имя? Ойкин. Не значится. Можно это съесть? Да. Да. На. Ну что, осталось еще только одно место. Ирма, остановись. Хватит. Мама, столько обойти и уехать теперь, когда все так близко. Ешьте, ешьте, мои воробушки, ешьте. Ты что смеешься? Я такая мерзлая. А Фридриху хорошо. Он вон какой горячий. Господи, избави нас. Скарлатина. Случай запущенный. Что же вот так поздно, а? Хочешь, я тебе про птичку расскажу? Папину сказку. Нет, вот мы найдем его, и он нам сам расскажет. Бабушка, он же совсем выздоровел. Ручки холодные.
приходите к весне, другому тебя возьми, другому тебя возьми. Не дай Господь зимой взрослым не подюжит. Ничего, до весны ты че долежишь. Астю. Давай, Чанчай, трепаться. Угому тебя возьми, угому да возьмет, угому да возьмет. Хватит. Да хватит уж, наверное. Хорош. Зачем встала? Раздета, расхристанная вся. Вот простудишься. Куда вы ушли? А я? Мам! Сейчас она придет. Замерзнешь ведь? Нашелся умник. Ах, так ты бросаться хочешь? Давай. Ну, держись. Ах, вы нечестивцы! Ах, разбойники! Что вы делаете? Воруете в чужом саду! Стойте! Стойте, кому сказал! А ты Берлин видела? Не. А Рибин этого тропа? Не-а. Ну и какая же ты после этого немка? Советского Союза. Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать
следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города Житомир, война. Киев, Севастополь. Что же это? Кайна. Война? Чего это? Война. Что? Да, война. Немчура проклятая. Ну, мы этим немцам покажем. Были совершены также с румынской и финляндской территории. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Сейчас, подожди, Аннушка. Сейчас я принесу. Сколько раз говорила, не водись ты с ними. Лишь придумали они войнушку. Наклонись. Ба, а что, правда война? Терпи, детка, терпи. Правда хуже, Анюта. Война, а мы немцы. Ай, больно. Терпи, терпи, терпи. Куда теперь бежать, дочка? Все, мама, кончено. Хватит бегать. Мне помог один человек из архива. Поправил нашу графу. Поискал подтверждение в документах. Все, мы больше не немцы. Наши предки жили в Голландии. Держи. Все. Анюта, запомни навсегда. Слышишь? Больше не говори по-нашему. Не пой. И про папу никому не рассказывай. Никому. Всех на фронт забирают. Может, и папу взяли? Вот, вот, вот. До свадьбы заживет. Откуда? Откуда поезд? С фронта, доча, с фронта. Спасибо. Пойдем. Стоять! Вот сюда! Опять пришла пигалица. Сколько раз тебе говорил, не ходи сюда более. Украдут тебя, не дай бог. А мне отвечать, понимаешь? Дядь Коль, но мне очень надо его найти. Знаете, как мама и бабушка обрадуются? Вот если бы вы в эту штуку объявили. Вот я твоей мамке объявлю, что ты каждый день на станцию ходишь. Уж точно обрадуется. Дядь Коль, не надо маме рассказывать. Плакать будет. Можно я в последний раз? Честное слово. Ладно, ладно, иди. Спасибо. Иди. Я присмотрю за тобой. Здравствуй, здравствуй, пивунья. Смотри, под поезд не попади. Да я аккуратно.
Извините, дядя. Германа не видели! Германа не видели! Никто Германа не видел! Германа! Германа никто не видел! Германа никто не видел! Герман! Валя, здрасте! Германа не видели! Германа не видели! Да где ты был здесь? Герман! 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 Я здесь! Есть там Герман? Я Герман. Герман Бернер, ясно, пан. Герман Бернер, госпожа. Вы знакомы? Бабка! Бабка! Бабка, я нашла тебя! Нашла тебя! Наконец-то, бабочка! Вот так молодец! Нашла. На каждой станции, что ли, дочка? Если слово уже унижу, а достанешь в Гэмбе. Еще да слово, ладно. Солдат, и получишь в морду. Его увезли на черной машине. А вы точно не мой папа? Я поляк. Аннушка. Я никому не скажу про отца. Не бойся. Немцы такие же люди, только их обманули. Вот и воюют против всех. Вы хороший. Как папа. Вы приходите к нам. Двор возле чайханы. Найдете? Найду. Найду. Герман, подъем. Возьми. Возьми, Аннушка. Цукер. Сахар. Товарищ капитан, извините за опоздание. Даже лейтенант Джангиров в ваше распоряжение прибыл. Отставить. Почему не на фронте? Так ранение было отправлено в тыл. Это ничего. У нас сейчас здесь будет своя война. Держите его, держите. Куда иди? Хочешь сахар? Как тебя зовут? Яцек. Яцек. А почему ты плачешь? Мама сгубилась. Мама потерялась. Застал им сам. Я остался один. А как маму зовут, знаешь? Ядвига Ковальский. Ядвига Ковальский. Ядвига Ковальский! Подойдите к дежурному станции! Ваш сын Яцек ожидает вас! Повторяю! Гражданка Ядвига Ковальский! Подойдите Яцек? К дежурному Яцек, станции! Вышел. Ваш сын Яцек ожидает Яцек! Вас! Яцек! Мама! Мама! Где учекаешь? Ну куда ты убегаешь? Для чего учекаешь? Почему убегаешь? Не можно утекать, разумеешь? Нельзя убегать, понимаешь? Ты, слава богу, нашлись. Большое спасибо. Так я чё, гражданочка, это все она. Где же она? Девчушка маленькая такая. Салам алейкум.
Франчишек, мой муж, он сбежал еще раньше, в 39-м. Он еврей, и мы знали, что его бы обязательно забрали. Когда вошли немцы, он пошел на советскую границу. Через месяц вернулся. Сказал, по ним открыли огонь с той стороны. Многих убили. Салам. Алейкум салам. Вон там, за этими домами, метров 300 будет. Мы прятали его 3 месяца. А потом кто-то донес. Его забрали, и мы с Яцким. Едвига, успокойтесь, пожалуйста. Что мы пережили, вам не понять. Здесь нет войны. Аннушка, открой. Ирма Мартинс? Да. Салам алейкум, комендатура. Малейкум салам. Вот, жильца привел. Разместить надо офицера. Да что вы, нас тут и так много. Вот беженцы, мы впятером живем в одной комнате. Это приказ. Разумеем. Понимаю. Przepraszam. Извините. Давайте поищем еще. Пан из Поляким? Вы поляк? День добрый. Здравствуйте. День добрый. Мам, добрый день. Мамочка, но нам же не тесно. Давай его оставим. Он на папу похож. Что? Герман Бернер. По-вашему Герман, по-нашему Херман. Впрочем, не важно. Лейтенант войска польского. Герман, я знала, знала. Оставайтесь. Можно, да? Папа. Господи, боже мой, перестань ложись спать. Но я почти не помню его лицо. Совсем. Давай ложись на 5 минут. Джангиров, вы знаете, зачем вас собрали? Нет. Не знаю, зачем собрали. Отныне вы наша рабочая группа по спецработе в городе. Сокращенно БС. Бригада стукачей. Молчать. Ваша работа в непростое военное время будет заключаться в следующем. Вы будете смотреть, слушать. И выявлять кого? Наша цель не сплетники, которые хаят режим, а шпионы. Шпионы и наемники врага. Вот их вы научитесь выявлять с безошибочной точностью. Их адреса, имена,
знаки и мельчайшие намеки, которые говорят о симпатии к немцу. Школу закончила? Писать умеешь? Будешь вести отчет доносов. Ферштейн? Ich bin. Ich bin. Du bist. Du bist. Sie, es ist. Nutzen. Nutzen. Ich nutze. Ich nutze. Du nutzt. Du nutzt. Sie, es nutzt. Sie, es nutzt. Gut. Zuhra, sehr gut. Коровин, ты почему не повторял? А я их потом нутзен на фронте. Глупо. Очень глупо переносить свою ненависть к врагу на язык. На этом языке писал Гёте. На нем говорят тысячи, десятки тысяч хороших людей. Они не говорят, они лают, как собаки. Вирвайс, Ферштейн, Хендехох, уроды. Денис, встань. Война? Она ведь не навсегда. А что ты будешь делать, когда настанет мир? Не знаешь? Тогда открой поэму Гёте на 25-й странице, и ты найдешь ответы на многие-многие вопросы. А завтра нам расскажешь. Наизусть. Садись. Фашистка. Сам ты фашист, дурак! Станет меня! Аня, прекрати! Дурак! Сядь! Я кому сказала? Ирма Мартинс, к директору. Говорит Москва от Советского информбюро. Передаем последние сообщения ДАС. Дойдет. Наши войска вели бои с противником. Ох, дойдет. Остановят. Нам бы до зимы дотянуть. Зимой немец, как апельсин на снегу, помёрзнет. А если дойдет? Все едино. Хуже не будет. Но всюду встречала решительный отпор наших истребителей и зенитной артиллерии, наносивших большие потери противнику. На других участках никаких изменений не произошло. Северо-восточнее Туапсе части Красной Армии, преодолевая упорное сопротивление противника, медленно продвигались. Смотри, куда прешь! Извините. В районе одной высоты гитлеровцы после... Ты почему плачешь, девочка? ...многодневных атак перешли к обороне. Ты не бойся. Тебя как зовут? На этом участке уничтожено до 800 немецких солдат и офицеров. Ступай. На другом участке подразделение морской пехоты отбило атаку противника и уничтожило до 200 гитлеровцев. Военко, военко, служишь ты за пани. Же за тобой идем же. Славно, только не так. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вверх-вниз. Вверх. Вот, до последнего кусочка. Ах, что шлак, ну. Черт возьми. Ну, ты ребенки, пан Герман. Przepraszam. Извините. Я стараюсь, пани Мартинс. У меня просто не такой большой опыт. Я вообще-то геолог. А, плоды ищете. Иногда нахожу.
Что случилось, Ирма? Все, мама. Закончилось мое преподавание. Немецкий упразднили. Говорят, временно. Язык врага. А я как раз хотел попросить дать мне несколько уроков. Пригодится, когда мы будем гнать их из Польши. Przepraszam. Извините. Ничего, дочка. Проживем как-нибудь. Бог нас не оставит в беде. Вон нас сколько. Ничего. А Анюта где? Что? Она что, не с тобой? О, Анечка. Мама, вот здесь. Кто? Тот дядя с пистолетом. Не может быть. Прошу меня послушать. Послушайте, я не, сбуду добже, я не очень хорошо говорю по-русски, спробую. Но я попробую. Вам нужно ехать. Убегать. Он придет сюда. Откуда вы это? Я просто знаю. Аня, отца рука. Через год, может два, даст Бог, немцы уйдут. А в Польше вас никто не тронет. Это просто смешно. Меня не выпустят. Выпустят, если... Если вы станете Полькой. Не пугайтесь, это может быть фиктивный брак, только чтобы убежать. Я объясню вашей маме. Спасибо. Но у меня есть муж. Пани Мартинс говорила мне. Мой муж жив. Понятно вам? Он жив. Я его ищу. Я его найду. Следующий. Здравствуйте. Я Ирма Мартинс. Опять вы? Есть ответ по моему мужу. Фамилия? Герман Бернер. Ой. Ойген Герман. Простите. Ничего. Когда мне можно прийти? Следующий. Из-за мужчины, не правда ли? Муж. Ушел. Забрали. Не бойтесь, у меня у самой и муж, и сын там. Вы немка? Нет. Я даже слишком русская. Я не могу его найти. Я искала его везде, даже на мысе Дежнёва. Его нет. Он не пишет.
10 лет без права переписки. Милая, не мучите себя и его. Отпустите. Знаете, что на их жаргоне значит этот приговор? Знаете. Только боитесь себе признаться. Расстрел. Эта женщина одна. Эта женщина больна. Муж в могиле. Сын в тюрьме. Помолитесь обо мне. Все пройдет. Анна, голубушка, да где же вы? Пройдет и это. Ну вот, наконец-то. А теперь, по вашей милости, нам опять зажилят картошку. Давайте, пойдемте. Аккуратно, вот. А вы не держите мертвого. Ему тоже нужен покой. Это вам? Давай, давай, давай! Да. Благодарю. Обед! Ну-ка, быстренько! Обед! Обед! Идем, идем. Шевелись, блокадные. Куда? Простите, вот это кто? Узнали? Актриса Фаина Раневская. Смешная, но вздорная. Нет-нет, вон та. А, у нее какая-то нерусская фамилия. Ахматова вроде, говорят поэтесса. Не знаю. Узнала. Как Аннушке сказать? Ведь верит и ждет. Не надо. Не надо, не говори потом. Когда вырастет. Четыре года я вызывала мертвого. Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне. Поплачь, поплачь, это хорошо.